Ну все, друзья, мы полностью закупились, подготовились к битве с Таносом. Наконец-то. И сейчас будем пробовать с ним справиться. Так, вы точно готовы? Да, я точно готов. Да, я готов на все 100, я готов на все 100. Ну что, друзья, запомните нас такими, с вами профессионал енот, нубик. И Даник, сейчас мы будем открывать ворота к Таносу. И смотрите, у него там перчатка бесконечности. Это ё-моё. Так, ставим яблоки. Стимулятор используем. Стимулятор используем. Нубик, открываем. Поехали. Давай, Нубик, пошел. А ну-ка, иди сюда. Давай. Гасите. Нубик! Нубик, что это было? Как он тебя так завалил? Нет! Нубик, нет. Даник, осторожно. Смотри, он перчатку поднимает. Ё-моё, он сейчас щелкнет пальцами. Ой, ё-моё, что произошло? Ой. В смысле? Что? А где всё? Что это было? Где наше оружие? Где броня? А, где... я пустой полностью! Где вся защита? Я тоже весь пустой вообще. Эй, подожди! Он живой! Он живой! Чего, блин? Что произошло? У него нет этих камней бесконечности. Даник, он походу щелкнул пальцем и время назад вернул. Такое возможно? И капец, ну, у него же была перчатка бесконечности. Ах, нет. И что нам делать? Короче, слушайте, нам походу... Что, опять это проходить? Реально, походу, заново проходить всю арену. Нет. Чего, блин? Это как так? Да, уж сейчас бы еще только зомбаков вообще... не хватало по кругу. Ага, крутить. Ну смотрите, у него нет камней бесконечности. Это значит, если мы поторопимся, то возможно у нас получится как бы справиться с ним. Без перчатки бесконечности он не такой сильный получится. Будет. Может быть, второй раз мы получимся у него, блин, получится его убить. Не знаю, Нубик, не знаю, но если он заполучит камни бесконечности быстрее, чем мы, и вообще перчатку вот эту... Ну да, это, блин, не закончится никогда. Мне кажется, он сделает то же самое, и нам придется снова проходить эту волну зомби одну за другой. И что нам делать сейчас вообще? У нас нет ни оружия, ничего. Побыстрее надо проходить волны зомби. Эй, пошли! Здесь перчатка! Здесь перчатка продается! Да, там перчатка продается с камнями. Он ее еще не заполучил. Давайте валим. Если мы сможем накопить нужное количество, там она за какие-то штуки продается, по-моему, за звезды этого ада. А какие еще звезды? Что это за такое за звезды ада вообще? Короче, давайте сейчас разберемся с волной, посмотрим, что там. Она, по-моему, за эти, за звезды, которые этого. Как это? Визор или как там босс называется? Ну, вот за вот эти звезды. Да, визор. 10 звезд, так, а где они берутся? Подождите, я что-то не понял. Нам что, надо на этой арене убивать еще несколько боссов, что ли, других? Подожди, да? Это что? Будет еще вот этот адский, блин, фиг? Я надеюсь, что нет. Может быть, там где-то можно. Обменять? Так, Даник, держись, ё-моё. У нас серьезные проблемы, мы просто так не можем сдаться. Да, если нам надо, блин. Не сможем с этой попытки заполучить перчатку с этими камнями быстрее, чем Танос, то тогда придется... Так, давай, ну-ка, помогаем. Тогда придется, блин, опять заново, походу, проходить все волны. Давай, добиваем зомбаков Нубика. Получай. Фу, капец, я злой уже сегодня, это просто жесть. Так, ну-ка, Они что, нам еще ничего не дадут? У меня нагрудник есть один. У меня второй. Да. Держи сразу. Тоже есть. Нормально, хоть что-то выпало, это уже не может не радовать. У нас здесь 4 плоти. Так, давайте посмотрим, что мы сейчас купим. Вот здесь за 100 гнилой плоти продается адская звезда одна. Там нужно 10, соответственно, 10 гнилой плоти стаков. 10 стаков? Да, мне кажется, как. Но мы не можем, наверное, просто так все потратить, потому что мы не накопим столько. После пятой волны там буквально уже пойдет слишком много зомби. У меня 2 сердца и сытости нет. У меня одно сердце. Сейчас, Даник, подожди немножечко, я сейчас закуплюсь. Я могу сейчас просто умереть, реально. Да не надо, подожди, сейчас я уже покупаю плоть. Чит, фу ты, господи, эту. Мясо покупаю. Так, это сюда, идем сюда. То есть это заново все волны проходить, что ли? Иди сюда, вон мясо я выкинул, Да, все волны заново, прикиньте. Жесть, это вообще не круто. Я просто в шоке. Так, это тебе, Нубик, держи. Давай. Меч тебе и меч тебе, вот так вот. Предлагаю зачаровать их еще на какой-нибудь уровень. Да, о, кстати, у меня 50 уровень аж, это вообще. У меня 53, на 15 зачаровываю. Острота 2, добыча 2. Острота 2. Острота 2, добыча 1 и отдача 1. Офигеть, зачаровал. Хорошо. Нормально, неплохо. 6,5 урона, практически как алмазный меч. Жалко, что он сломается быстро. Да. Слушайте, ну тогда, значит, давайте ждать следующую волну и быстрее выбивать ресурсы, потому что это... Вон они идут, смотрите. Пошли. Зомбаки уже там. Так, выруливаем. Я еще не отхилился. Нубик, давай, я сейчас буду откидывать их. Так. Вообще неплохо меч справляется, реально. Да, у меня тоже на отдачу вообще прям замечательно. Улетают зомбаки на раз-два. Так. Жалко, что он быстро сломается. Нагрудник выбил, хорошо. Да, это точно.
Это эть, круто. Вот туда полетел, хорошо. Ой. Так, погнали к Данику так, помогать. Давайте, оп, давайте, есть, помогайте давай мне вообще. Раскидываем зомби, оп, всех влево-вправо. Вот сюда. Два сердца, вот так вот, паупа. Еще нагрудник. Все, два нагрудника. Так, у меня ничего. У меня ничего нет. Так, у тебя ничего нет? Нубик, у тебя есть нагрудники? У меня вот это только и все. Так, значит, нам снова выпало два нагрудника. Слабенько как-то в этот раз. Да, да, согласен, слабенько. Тогда нам 4 выпадало или сколько там было? 5. Так, меняем все сюда. Потом меняем все сюда. И я даже не знаю, что купить, блин, что мы будем покупать? Да, я тоже не понимаю, на самом деле. Давайте возьмем зельку силы и попробуем, короче... эту волну пройти под зелькой силы с деревянными мечами. У вас осталась прочность? Да. У меня половина. Чуть больше половины. А у тебя, Даник? У меня почти целый. Почти целый? Слушай, вообще хорошо тогда. Так, ну что, даже, наверное, предлагаю не медлить, а сразу, возможно, будем гасить следующую, третью волну. Погнали ее дожидаться. Погнали. А ты купил силу? Я, да, силу купил, у меня вот здесь есть сила, это сила 2. Вот, давай, ну-ка, сидит он? Да, он там сидит, офигеть. Он сюда смотрит, так тихо. Не смотрите на него. Да не смотрим. Так, придется подкрепиться немного сырой свининой, потому что у меня сытость немного уже потратилась. Эй, пошли, пошли. Так, идите сюда. Давай. Оп, есть, ой, так, тихо, меня не бабах, не только. Осторожнее, профессионал. Все, по идее, мы сейчас будем их просто разносить моментально. Ну-ка, в прыжке бейте, да? Да, в прыжке. Опа, есть нагрудник. 4 сердца, 3 сердца нет. Даник, в прыжке, говорю, бей, чтобы прочности не тратить много. Вроде бы деревянный меч не убивает с одного удара, если под силой, или мне кажется? Да, но если ты будешь в прыжке бить, тогда будет. Даже так? Ну, в прыжке же критический удар наносится. Под силой 260%, то есть X2. Это уже будет... У меня это 13 урона, а у вас это будет где-то 11. Ну, где-то так, да. Где-то так. И умноженное на 2, то есть 20. Условно, с одного удара сбивается. Так, у меня осталась одна прочность буквально. У меня два нагрудника, кожа. Слушайте, ну нам нормально нападало. Ну, хотя бы здесь уже, да. Хоть немножечко повезло. Так, погнали быстро, сейчас все обменяем. Ну-ка. Так, и что мы будем покупать? Это уже будет четвертое, да? Волна. Да, у нас уже есть первый стак плоти, между прочим. Это прям вообще здорово. Так, это все убираем сюда. И мы можем здесь купить. Так, давайте, наверное, пушки покупать. То есть нам нужно будет купить 10 адских звезд, да, по идее? Да, чтобы справиться с боссом. Это 10 стаков плоти аж получается. Ну, да. Многовато, так, что за пушки берем? Реально. Что-нибудь нормальное. Можем что-нибудь нормальное купить? Лучше одну взять хорошую, чем 3 фигни. Ну да, кстати, согласен. Давайте купим 2 фигни. Две фигни. Так, держи тебе. Вот так вот, сейчас я патронов на меня еще, подождите. А ты купил себе или нет? Кого? У меня нету, я Нубику скинул. Ты будешь деревянным мечом? Я, да. Можете мне дать свои мечи? Да. Оп, я меняю сейчас патроны, у нас есть 24 обоим, по 12 у каждого. Я надеюсь, этого нам хватит. Так, это тебе? Так, то первый я забрал. Хорошо. Это тебе. Вот. Ну-ка. Заряжаемся еще мясом и ждем следующую волну. Я пока еще обменяю сейчас вот это вот сюда мясо. Так, это сюда, это сюда. Надеюсь, мне хватит, потому что осталось у меня всего 5 кожи и больше ничего нету. Что там? Вон они идут, смотрите. Пошли уже. Ой. Так. Ой, ты нифига себе, что происходит? Танос колдует, походу. Капец, это что? Один меч сломался, один меч сломался. Походу ему не нравится, блин, то, что мы стреляем. Вообще. Что это такое? Офигеть, так, ну-ка, на, получай. У меня получай. Одного это земля мерцает. Так, давай. Мне кажется, она, знаете что, это как в других играх, когда она мерцает, и потом, типа, превратится в лаву или что-то такое, какой-то другой блок. Вполне возможно. Так, если она в лаву еще превратится, капец, нам здесь вообще нельзя оставаться. Нет, тебя зажали! Я тут, ему помогаем, в первую очередь. Так, я знаю, как выжить здесь. Ну-ка. Оп. Все, я перепрыгиваю сюда. Ушел, нет. Нет, тихо. Зажимают. Выпустите меня. Нубик, не убей. Давай. Фух. Вышел. Все, выходи ты теперь. Да я не могу. Даник, прыгай там на навес куда-нибудь. Офигеть, фух. Еле выдержал. Давай. У меня 3 сердца. Помогите. Вы живете еще? Да, я живу. Я бегаю, так, собираю все ресурсы. Капец, хоть бы сейчас в лаву не превратилось все это дело, ё-моё. Так, это не круто. Патроны есть ещё? Всё, справились. Давайте, добиваем. Офигеть. Вот это был замес. Мы уже зажали конкретно. Это было плотно. Так, я сейчас, короче, все собрал здесь, иду обменивать. У нас 4 нагрудника всего. А у меня 5 ещё.
А, у тебя 5, хорошо. И у Нубика еще 100% что-то есть, да? Да, конечно, да? У меня есть. Фух, хорошо. Я уже надеялся, что у нас ничего не будет, но, слава богу, немножечко повезло. Так, ну-ка, скидывайте. Во-во-во-во. Ну, вроде нормально. Неплохо. Ну да, слушай, прям вообще замечательно. Мы один здесь... надел, аккуратно. Ага, точно, спасибо, Нубик. Так, мы нормально так налутали, и сейчас будем что-нибудь покупать. Еще, наверное, мне нужно будет оружие купить, и выберем еще патронов побольше. Я, короче, меняю сейчас все, наверное, на гнилую плоть, то, что у нас в нагрудниках, вот. Ну, меня, нам нужно купить оружие, и давайте все-таки... Давай еще силу возьмем, может быть. Да, смотри, это будет пятая волна, берите по нагруднику, вот, там один валяется, и вот, Нубик, тоже держи один нагрудник, да, зачаруем сейчас. Их сразу. Ага. Так, зачарую на 19-й. Защита 3-4. Да, зачаровывается, но мне фигня выпала. 2. Ладно. Так, Нубику получше, а у тебя защита будет, да? У меня огнеупорность 3. Не, ну такое, короче. Ну, Нубика самая нормальная получается. Прочность. Хорошо. А оно и так крепкое. Ну, не знаю. В принципе, еще будет крепче. Смотри, короче, теперь что делаем? У нас есть почти 2 стака, да? Кстати, еще патроны купить. Патроны тоже надо купить, да. У нас, смотрите, значит, что делаем? Мы берем, а нам не хватит, или хватит. Так, сколько у нас останется? Это будет стоить 30, ну да, по идее хватит. Короче, я предлагаю купить Sonic Rifle, вот эту штуку, купить для нее патронов и купить турель. И поставить эту штуку в турель. Да, это будет классно, я думаю. Чтобы она гасила все турельками, так, вернее, с турельки стреляла, и была постоянно у нас такая, так. Главное не забудь патроны купить к винтовке этой. Патроны, короче, давайте я, наверное, покупаю 30 обоим для вот этой штуковины, потом иду обмениваю, в общем, я буду без пушки, как обычно, даже без меча. Плохо, конечно, но ладно, я надеюсь, я переживу, я куплю себе мачете вот за 7, так, чтобы хоть как-нибудь жить. И 7 у нас есть сюда, так, меняем все на частички, еще 14, могу по 7 обоим купить вам. Ну давай, хоть что. Хоть что-то, да, хватит. Будет у вас такое. Так, будет 9 у меня получается. Это тебе? Это тебе. Так, все я купил, да, наверное, все, мясо вроде надо, да. Кому-нибудь еще? Не, у меня еще 4 стейка осталось. 3. У меня 3 стейка еще. На волну так. Хватит. Так, ну на что? Тебе мясо, так, мясо я сзади выкинул, Даник. Я потерялся, такая уже волна. Пятая, это будет пятая, по-моему. Так, пятая, да? Давайте, знаете что? А здесь валялись, блин, доски где-то. А вот доска есть, можно еще. И вот Нубик, доска есть. Нубик, а у меня две есть, на. О, давай сейчас сюда. Сейчас мы повыше, короче, ее поставим немножечко, понял? И поставим, наверное, в центре прям, чтобы кого, она турель? Как можно... Ну да. Опа. Вот так вот турельку. Нормально. И вот эту штуку. Все, она стоит, короче, она будет теперь гасить в разные стороны, и это прям вообще здорово. Ну что, ждем тогда волну, получается? Ну да, сейчас, я еще. Думаю, вот уже должна быть, наверное. Мачете можно зачаровать, интересно? Опа. Не, мачете вроде нельзя. Пошли! Мачете нельзя. Где? Ой, да, я вижу. Они пошли. Так, смотри, сейчас турель будет гасить хорошо. Ой. Даник, не попадайся под нее, а то больно будет. Я уже понял. Ну-ка. Вот так вот. Гасим. Она нормально стреляет, да? Ну да, неплохо вообще. Неплохо. Потом нам придется, скорее всего, бегать, если пойдут какие-то сильные зомби, а не вот эти вот обычные первого уровня. Так, ну-ка, на, получайте. Ну, есть, это есть. Же жирные зомби пойти, или они позже По идее могут, да, это уже пятая волна. Да, по идее могут. Пятая волна обычно уже значительно сильнее, чем предыдущие все вместе взятые. Ай, блин, ё-моё. Так, ну-ка. Мачете нормально тоже справляется. Ух ты, нифига, блин, турель прям возле меня стрельнула. А ты мачете купился или что? Мачете купил, да. Так, давай, подходят уже потихоньку, вы чё, наглеете? Где подходят? Да не, нормально, всё, уже устранили. У меня две обоймы всего лишь осталось. Так, хорошо, давайте, гасим дальше. Да, у меня тоже две обоймы только осталось. Вот это сейчас нам надо ещё... Понимаете, нам нужно перед Таносом купить, короче, кучу брони. Да. И этот, оружие какое-то. И перчатку, 10 плоти надо на перчатку, чтобы выкупить. Блин, что-то меня больно плюхнули. Так, смотри, почти всех загасили. Так, у меня закончились. Они еще идут. Еще идут, да? Вроде да, если не ошибаюсь. Ай-яй-яй, да что так больно-то? У меня нету патронов. Да, у меня тоже закончились. Так, отходите. Турель сейчас добьет, короче, всех. Тут осталось уже совсем чуть-чуть. Блин, она так вообще жестко разносит зомби этих. Ну-ка. Ай, не по мне, только тихо. Аккуратно. Я стоял здесь на пути. Так, все, последние два. Давай, ваншот. Последний. Хорошо. Так, это класс. Так, забираем все. Что у нас там по ресурсам? У меня, в принципе, много нагрудников есть. У меня нормально. У меня практически полный инвентарь нагрудников. Слушай, вообще замечательно. Погнали все обменивать. Сейчас, если что, накупим брони, купим еще, наверное, две таких турели, если нам хватит. И потом посмотрим, что будем делать дальше.
Я не знаю, покупать мне пушку или уже накопить на перчатку? Да, давай я на перчатку знаю. Копить, мне кажется, нужно уже. Так, берем, короче, на плоть, пока все меняем. Это выкидываем, меняем еще плоть. И так, а зачем ты нагрудник выкинул? Да у меня места в инвентаре, потому что нету, оно же постоянно пополняется. Куча забирается и куча пополняется. Так, сюда идем, оп, забираем. И еще обмениваем вот это вот все оставшееся. Так, хорошо, у нас есть прям вообще много. Прям реально много. И давайте посмотрим. Так, сразу купим, наверное, две штуки для турелей. Так, раз. Да, давай. И два. И обоими, патроны к ним. Патроны, да-да-да. Патроны, ну, к ним. И вам тоже патроны да, нужны. И нам тоже патроны. Нам тоже патроны нужны. Так, сейчас, хорошо. Ну, давайте приоритетом, наверное, возьмем эти, как их... Так, сейчас. Сейчас. Как она называется-то, ё-моё, я забыл. Кто? Как? Что? Броню, во, броню возьмем приоритетом. Ага. Потому что без брони прям вообще тяжко будет, мне кажется, вот. Да. А уже после этого будем смотреть, может, что у нас там по патронам. Может, все-таки еще зельку возьмем на силу? Все-таки это уже шестая волна будет. Так, а что, от автомата? А зачем тебе, ты же с автоматов стреляешь? Больше. Да, реально. Ну, кстати, да. Так, у нас есть турели, у нас есть патроны для пушек на турели и есть, соответственно, пушки. Теперь мы берем и покупаем броню, да, для этого нам нужна кожа. Меняем все на кожу, так, вот сюда берем. Значит, сколько у нас будет кожи, я пока не знаю, но, ага, получается 2-3 стака. Нам хватит на по две вещи, наверное. Ну, окей. По две вещи, ну, хорошо. У нас есть нагрудник. И что нам еще надо? Мы можем, наверное, купить штаны и сапоги, чтобы нагрудник тоже этот был. Да. Так, не, пока нам по одной хватает. Не, нам по одной хватит. Ну, что давай по одной, делать? Ладно. Штаны берем тогда? Да, давай штаны. Так, хорошо, берем. А, ну штаны и могу еще одну купить. Не, давайте лучше уже я обменяю это обратно на гнилую плоть. И мы это все дело быстренько потом на что-нибудь другое потратим. Так, предлагаю еще. Так, штаны берите. Оба. Штаны тебе. Штаны тебе. А, так, ты уже крутые берешь, о. Ну да, крутые. Так, вот здесь две обоймочки эти. Возьмите, раскидайте каждому по одной. Так. Бери. Давай. И все, вон, да? Вон. Так, ну-ка, кто забрал? Я забрал, так? Ты забрал. Держи, Нубик, держи. Давай. А, подожди, штаны не расходуют пока это. Или расходуют? Да? Нет, не расходуют. Не, надо, короче, нагрудник. Да, наверное. Блин, надо было нагрудник покупать. Ну ладно, у нас пока есть нагрудник. Пускай так будет. Так, что мы можем сделать? Короче, чтобы пережить волну, давайте, наверное, знаете что? Держите вот эти вот штуки. А, так, да, это понадобится. Ну, это защита. Так, это и патроны. Волну? Ну да, это на эту волну. Так. Патроны я вам на максимум покупаю, а остальную плоть оставим. Так, ты по 36 получилось, по 18 обоим каждому. Давай. Я думаю, нормально. Наверное, этого хватит. Да, а есть еще доски? Доски есть? Нам надо еще 4 доски. Да, нет, нету. Нет, нам надо 2 доски. Там не ставили нигде, да? Нет, никто ничего нигде не поставил. Так, о, тут кирпич валяется. Так, может, еще что-нибудь это лежит здесь. Так, здесь книжка какая-то. Так, проверяем сундуки. И здесь тоже ничего нету, блин. Не, у нас нет, нам нужен один блок, Нубики, где возьмем его, а? Ой, не знаю. А ну, подожди, я сейчас посмотрю. Так, а может, заберем. А, у меня, смотри, этого. Слышь, стой. У меня две лестницы и два блока. Я не посмотрел, извини. Нормально. Хорошо. Так, все, у нас, значит, есть. Давай я выкину тогда кирпич обратно. Вот туда. Вот, он нам не понадобится. Все, погнали, быстро это сейчас устанавливаем, пока зомби к нам не ворвались. И будем. Я думаю, они уже вот-вот будут. А ты купил еще одну эту штучку, да? Кого? Ну, турель. Две. Ты две купил. А, две, отлично. Опа, вот сюда закидываем патроны. Где? Так, все, почти успели. Давайте, все, они будут гасить. Ой, смотри, они даже аккуратно. Не выпускают их. Или выпускают? Выпускают. Если стимулятор используйте, если вас будут подходить поближе. Не откинуться, если что. Потому что я не знаю, выдержит ли наша броня вот эту вот атаку или не выдержит. Если все откинемся, это будет не круто, это будет поражение. Кстати, а вы заметили, что пол стал другим? Кстати, да, реально! Ну, я этого не замечал, но сейчас... А как мы все это провтыкали? Это ж было еще, по-моему, после первой волны, и я тогда... Может, это Таны сделал, реально? Не знаю. Это очень странная магия, мне кажется. Офигеть, слушайте, это прям вообще какая-то жесть. Где мы теперь? На чем мы теперь стоим? Я даже не знаю, что это такое. Похоже на блок железа. Сейчас он опять мерцать начнет, и он опять другой блок появится, блин. Да ты че, Нубик, серьезно такое может произойти? Да откуда я знаю? Ну, судя по всему, как это произошло раз, может произойти второй. Я шприц использовал этот, потому что ко мне тут прилетел один. Не, я пока отстреливаюсь, нормально стою. Давайте, стреляйте, я тут рублю тоже тех, кто подходит сюда. Ай, тихо, да кто по мне попадает? Это что, турель меня задевает? Ой, ну, это как... будет непростая волна, я думаю. Свинозомби улетел вообще. Да, ну, слушайте, это нам довольно легко из-за турели. Да, из-за турели, да. Из-за турели, а там бы да, нам пришлось побегать. Сложно.
Так, я бы предпочел забрать огромное количество нагрудников, которые там валяются уже побыстрее. Они идут и идут, реально, это жесть. Ай-яй-яй-яй, больно. Так, короче, ух ты, нифига, у меня буцнул. Вот это да, как футбольный мячик улетел. Нам надо после этой волны будет купить броню и, наверное, так, наверное, не знаю, а что мы будем еще потом покупать? Ай, аккуратно! Яблоки, яблоки золотые можно будет купить и еще что-нибудь. Так, ну да. Может еще турели купить, не знаю. Главное, перчатку возможно, нам купить. Но последняя волна будет самая мощнее. Подожди, это какая волна? Это последняя волна или нет? Нет, это шестая. Это шестая, да. Вот еще будет седьмая, это седьмая будет последняя. Я думаю, после седьмой, короче, мы должны будем накопить 10 стаков в плоти. А самое главное на седьмой выжить. Все, наконец-то. Собираем. Офигеть, сколько всего. У меня уже полный инвентарь, как обычно, да? Так, сейчас я тоже бегу собирать. Так, идем обменивать тогда, да? Да, идем обменивать все это дело и будем смотреть, что у нас там выходит по количеству гнилой плоти. И исходя из этого уже будем рассчитывать, что у нас там получается или не получается насобирать. Так, на эту перчатку. Кстати, он ее еще не забрал оттуда, а? Не забрал? Не-не-не, здесь она еще находится. Фух, отлично. Ой-ой, вы тут накидали уже сколько всего, офигеть. Ладно, я начинаю менять все на гнилую плоть. Поехали, выкидываем, значит, одну. А вы все собрали или нет? Вторую. Где-где-где? Там еще, по-моему, немного валялось. Два нагрудника, что ли? Или три. Да, я уже забрал. Сюда. Сюда. И вот так вот. Сюда. Хорошо. Так, шкурка нам еще понадобится. Ничего больше нету. Нет, как туда залезть? Нубик, мне нужны твои суперспособности, надо проломать туда путь. Суперспособности? Ну что, ломать туда путь? Да. Еще. Так. Даник, скидывай. Все. Сейчас мы пытаемся здесь вскрыть решетку, потому что я выкинул несколько стаков гнилой плоти туда, потому что мне было очень неудобно выкидывать. Ну, неудобно было обменивать, понимаешь? Слишком много этих нагрузок в инвентаре. Нифига, что за решетки у них такие? Она какая-то бронирована. Давай же, чуть-чуть осталось. Защита зомби. Совсем чуть. О, есть. Хорошо, забираем. Так, где нагрудники, Даник? Так я скинул уже. Че ты говоришь, Нубик? Да не, ничего. Так, хорошо, все. Идем сюда и меняем еще все сюда. Все, хорошо. Так, смотрите, у нас есть, короче, раз, два. У нас по одной части, да? Значит, нам надо еще по, условно, 2,5 стака кожи на каждого. Раз, так, два, три. Что мы будем покупать раз, сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас есть 8 стаков, короче, гнилой плоти. Ага. Нам на перчатку практически хватает, да. Но мы сейчас это потратим все на кожу, чтобы купить как можно лучше броню. Вот, потому что без брони мы просто не выживем. Ну вот серьезно, просто ноль шансов. Да. Так, идем сюда. Меняем, короче, по три. Наверное, давайте я наменяю 9 стаков. 9, или давайте лучше 6 сначала, а потом я куплю броню, и если что там не хватит, доменяю. Так, уже 3 есть. Офигеть, блин, конечно, это долго все меняется, но следите за перчаткой, да. Она есть там еще у торговца, а? Сейчас посмотрю. Так, а ну-ка посмотри. Мы уже, по идее, слишком близко, и, возможно, так, у нас да, не получится да, ее есть, купить. Есть еще. Есть? Хорошо. Ой, хорошо. Так, да, все, да. Я сюда наменял. Значит, покупаем сапоги, нагрудник. А какие ты сапоги берешь? Нагрудник. Это тебе вот самые лучшие или нет? Ну да, а какие еще можно брать? Так. Уже же последняя волна будет, да, уже другие не надо брать. Да. Оп, 48 есть, так, и последний шлем. Все, я, короче, накупил, так, раз, два, три, это тебе, это мне. Так. Вот это вот сюда. Так, и мне еще давай. Подожди, так, что-то, по-моему, не хватает. А, нет, вот, все, я купил. Все, значит, я все ровно купил, а то я подумал, что не хватает. Так, лишнее, все выкидываем сюда. Ой. Что такое? Прыгаем нормально. Да. Высоко. Да, это есть такой момент. Так, сейчас я выкину, короче, сюда вот это вот все дело. И лестницу тоже выкину туда. У нас осталось еще 3 стака гнилой плоти. Мы можем что-то купить еще. Так, а ты говорил яблоки. Золотые яблоки. Так, во-первых, нам понадобятся еще патроны по-любому. Это во-первых. Ну, давай, наверное, оставим все-таки на перчатку. Я предлагаю купить еще одну четвертую турель, у нас останется тут сколько, 1,5 стака? Ну вот, давай, ладно. А золотые так, яблоки не мельтешите передо мной. Золотые яблоки, сейчас посмотрим, я не знаю, понадобятся нам они или не понадобятся. Так. А еще еды бы, кстати, у меня всего лишь один стейк остался, да. У меня 5 ага. стейк. Отказывался, а теперь понадобилось. Ну так, у меня было, а сейчас понадобилось, конечно. Ага, вот ваш Нубик. Так, меняем патрончики, значит, нам нужно еще примерно столько вот сюда. И так, патроны вам на автоматы, да? Да. Так, берем, короче, патроны на автоматы, еще стак. Давайте по 32 каждому закину. О, вот нормально. Должно хватить. Это тебе? Конечно, хватит.
И это тебе, вот так вот. Все, забирайте патроны. Мы покупаем еще, короче, стимуляторы, потому что, как бы, как, куда без них? И, наверное, возьмем три яблока, да? Да, все, ресурсов больше не осталось. Так, держите яблоко шприц. Что насчет стейков? Яблоко шприц стейков. Держи, тебе три штуки, у меня два осталось, я надеюсь, хватит. А там яблоко, если что, перекусишь. Да, должно и быть нормально. Ну что, последняя волна. Ждем последнюю волну. Да, офигеть, это волну. Просто жесть. Пол поменялся, опять смотрите. Поменялся. Что произошло? Что это вообще значит? Что это такое? Не знаю, нубики, не знаю, но это вообще стрёмно, это очень странно. Магия. Так, у меня нет еще двух блоков, надо что-то купить. Так, сейчас я куплю еще блоков. Ай-яй-яй-яй-яй! Что там такое? Зомбаки! Я иду. Сейчас, быстренько. Мы не поставили, мы турель не поставили еще одну, так? Давай, быстрее! Ой, уже эти большие зомби пошли. Кто? Да. Где большие зомби? А, это жирные, которые эти. Да, жирные. Ну их, наверное, сейчас вообще много будет. На предыдущей волне их мало было, а теперь пипец как много должно быть. У нас есть уже 4 турели с Соник-пушками этими по полтора стака плоти, которые стоят. Это прям реально, они прям защищают нас хорошо довольно-таки. О, побежал. Куда побежал? Нубик хорош, завалил его вообще, попал, красава. Так. Жирный зомби был. Танос там до сих пор стоит, и да, у него на руке нет этой перчатки. Да. Кстати, он на нас смотрит, Ну и пускай смотрит, пускай боится. Скоро мы купим эту перчатку и просто разнесем его в пух и прах, так же, как он это сделал с нами. Ну-ка, давайте. Гасите их. Я бы вам тоже помог чем-то, но у меня нечем. Вот, у меня только есть меч. Да, я как бы готов. Давай с мечом. Готов к сражению полностью. Сейчас, нормально. Что там? Ты где? Ты, Нубик, ты там, что ли, внутри бегаешь? Да, я в толпе стреляю. У него зомби-щит, он типа закрывается зомбаками. А, ничего себе. Так, сейчас нифига себе. Сейчас я тут сделаю, капец, сейчас я вас тут всех. Давай, руби их там, Нубик, руби всех подряд. Давай. Ой, Нубик, осторожнее. Нормально, я тут нажрал, блин, яблоко. А он под яблоком, да, и под защитой. Не, ну нормально вообще, слушайте, справляется-то эти турели. Ну да, легко. Прям вообще очень хорошо идет. Так, ну-ка, Танос, я пойду перчатку проверю, ребята, сейчас вернусь. Давай. Что здесь? Только да, перчатка, перчатка на месте, еще? Да, еще есть, он еще не собрал все камни бесконечности. Отлично. Ой, блин, капец. Валим. Какой же это волнительный момент, мы так близко уже. Так, давай. Волна до сих пор идет. Так, ну-ка, оп, забирал кучу нагрудничков. Так, я пойду обменяю сразу все, возможно. Давай. Так. Идем сюда. Меняем все сразу на плоть. Вот так, Нубик, сюда. Нормально, чё, я там живу, у вас, живу, там? Живу. Живые. Отстреливаемся. Оп, я тут кучу всего насобирал. Полный инвентарь быстро залетел и возвращаюсь обратно. Так, давай. Немножечко подкрепимся яблоком. И вот этой темой. Так, хорошо, ну-ка. Обмениваем снова все на гнилую плоть. Нам нужно насобирать как можно больше стаков. Ой. Как вы думаете, у нас получится или нет? Получится. Их очень много. Пока у нас есть только 4 стака. Ну-ка. Ой, дурацкие турели. Так, я забежал. Стака, но у меня стак. Нагрудников целый инвентарь. Да, у меня тоже нагрудников. Уже третий инвентарь, я отношу сюда. У меня половина инвентаря только. Так, ну ничего страшного, нормально все будет. Так, забираем сюда. 54, сколько, да? Сколько их здесь, я 10. Не понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там. У нас уже 6 стаков, у нас есть плоти, еще 4 стака нам надо. Я думаю, соберем. Я иду быстро забирать здесь все. Оп, последняя волна, блин, такая лютая. Так, я бегу снова обменивать. Они идут эти зомби, так, 9 обоим уже осталось. Да, они бешеные просто. У меня семь. У нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почти 7 стаков. Давайте еще возьмем немножечко. Вроде заканчиваются. Все, 7 стаков у нас есть уже плоти. Давайте, нубики, быстрее, погнали. Забираем все и бежим обменивать. Так, все, бегите выкидывать. Я соберу здесь все, что осталось. Оп. Быстро. Отправляемся сюда. И сейчас нам нужно как можно скорее завалить этого Таноса с помощью перчатки бесконечности, пока он сам ею не завладел. Если он ей завладеет, это нам просто капец. Так, это все. Быстро, так, да, блин, я тоже скину. Так, все, больше там нету, да? Так, сейчас посмотрю, еще вроде оставались.
Так. Здесь еще есть. Так, давай сейчас сюда. Вроде не, я там все забрал, Нубик. Так, берем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять звезд. Я купил. Хватило? Так, хватило? Да, я покупаю эту перчатку теперь. Все, она у меня, смотрите, это какая. Ох, ничего себе, она выглядит мощно просто. Теперь я наполовину Танос уже. Жесть, Нубик, смотри. Так, у нее сейчас режим этот какой-то усиленный. Давайте бабахнем по кому-нибудь. Ну-ка. Так, да, нифига, смотри, как могу. Так, а что она делает? Взрывается, видишь что-то? А, ничего себе. Короче, вообще дичь какая-то лютая. Так, ну-ка, что это такое? И что? Так, это короче, души можно высасывать. Здесь у нас есть что-то такое. Вообще крутяк. Какая-то реальность, что-то такое. Короче, что-то, походу, со временем делает. Так, какой-то контроль. Как он с нами сделал? Контроль сознания, потом есть, короче, как... Ух, о, ты ничего себе! Виталий, что могу? Это тебе! Во! Ай, блин! Тихо, нифига себе, вот это я! Осторожней, вот осторожней! Телепортируюсь. Так, слушайте, мне нравится эта штуковина. Я здесь, вот. Вот, так, вот, есть вот, какой-то еще... Да, вот, временной режим какой-то есть. Так, ладно, я переключаю снова на эту. На силу... О! Взорвал блок. Ой! Нифига себе, в броне в этой, с одного удара? Чего? Нубик, ты где? Это стичка мощная, вот. Ты здесь, ого. Офигеть, так, короче, давайте, яблоки есть у всех? У всех нет, есть яблоки? У меня нет. У меня нет яблок вообще. Так, я беру яблоки, держи тебе яблок, яблок тоже. Погнали, яблоки хаваем, короче, и идем пробовать его гасить, этого Таноса, потому что он просто офигеть, что ты говоришь? А мы будем его гасить с обычной винтовки этой? Какой? Я перчаткой буду его сейчас мусолить. А, кстати, да, реально. Так, ну что, Танос, смотри, у него нет этих еще камней, да, и он не сможет их уже собрать. Что, гасим его? Чего? Вот так вот! И с одного этого чапалаха с перчатки отлетел. А такое бывает вообще? Офигеть, мы что, победили, что ли? Это самая быстрая арена, что ли, получается? Это самый быстрый босс. Офигеть, ребята, слушайте. Это самый один из самых таких, знаешь, боссов экстремальных, потому что нам нужно было проходить как можно быстрее. И если бы мы не справились, то он бы раздобыл эти камни бесконечности и перчатку быстрее, чем мы. И тогда бы сделал то же самое с нами. Продолжалось бы бесконечно. Офигеть. В общем, ребята, кому серия понравилась, обязательно ставьте лайки. Не забудьте про комментарии, подписки, а также колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Держите, кто хочет с перчаткой побегать? Давай я. Ладно, пусть. Я первый. Давайте на камень-ножницы. Битва за перчатку Таноса. Пусть, я уступаю. Хорошо, держи тебе, Даня. А как ее использовать? На эту? Ой, тихо, ты не стреляй так, куда попало, не стреляй. Не рушь ничего, офигеть. Как переключить режим? На Б переключить. Так, короче, все, друзья, с вами, как всегда, были мы, профессионал енот. Ой, нифига себе, профессионал енота уничтожили. Это я так сделал. В пыль превратили, да, это ты так сделал. Жесть. Вот, с вами, как всегда, были мы. Всем до скорой встречи и пока-пока-пока. Пока, ребята. Пока, ребята.